Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас обзор на робот-пылесос Elari SmartBot Brush. Это достаточно бюджетная модель, а какими особенностями она обладает, мы узнаем по ходу видео. Нажмите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. В поддержку канала жду ваши лайки и комментарии. Всегда готов к уборке, качественно пропылесосит ковры с низким ворсом, подметет и сделает влажную уборку твердых напольных покрытий. Чуть тяжелее 2 кг и всего 8 см от пола, робот легко перемещается по дому. Блестящая как стекло поверхность пылесоса выполнена из высококачественного пластика по технологии IML. Для качественной очистки гладких напольных покрытий и ковров с коротким ворсом робот-пылесос оснащен вращающимися боковыми щетками, которые выметут сор из углов и вдоль плинтусов. Встроенные гироскопы и технология навигации ESLAM помогают SmartBot Brush выстроить маршрут уборки при любой планировке квартиры. Во время уборки пылесос уберется вдоль и поперек и построит интерактивную карту помещения для улучшенной навигации и информирования пользователя о проделанной уборке. Датчики падения страхуют робота снизу, чтобы он не упал со ступеней. Мягкий бампер с датчиками столкновения не портит стены и мебель, пылесос аккуратно упрется в препятствие и развернется. Окончив уборку, робот-пылесос автоматически возвращается на зарядную базу, чтобы через 4 часа быть готовым снова навести чистоту с полным аккумулятором. Управляйте роботом-пылесосом с помощью голосовых помощников, что удобно, когда заняты руки или нет смартфона под рукой. Например, вы можете одной фразой запустить уборку, уходя из дома. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Карту помещения не сохраняет. Ко дну липнет пыль. Не заезжает в некоторые места. Бьется обо все. Мощность всасывания нулевая. Теперь перейдем к положительным. Внешний вид. Крышка для очистки удобно расположена. Приложение и голосовое управление. Присутствует влажная уборка. Шерсть собирает хорошо. Базу находит из любой точки. Неприхотливый. Работает на полном заряде час. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Также не забудьте написать комментарий и поставить лайк. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».